Ангелина Петровна, будьте добры, рюмочку коньячку и ведерко со льдом. Только не перепутайте, как в прошлый раз. Хорошо. Здравствуйте. Я не ошибся? Ошибся. Ну, к вам можно? Нельзя. Ну, вы принимаете? Вообще принимаю, пока не принял, сейчас принесут. У вас на дверях табличка, что главный телевизионный продюсер Фельдшебельштинский Николай Николаевич. Это же вы? Мы? Разрешите представиться? Не надо. Максимилиан Кряк. Дело в том, что я всегда, согласно своей традиции, традиционно пишу разные сценарии и телевизионные проекты, и проектируемые всякие телевизионные такие, знаете, опусы. И приношу в проектные организации, которые как раз занимаются реализацией телевизионных проектов, поэтому я эти проекты принес вам. Слушаю. А, есть проект, я сразу быка за рога, вот, ну, в смысле, я не вас имел в виду, есть проект, который на Западе называется Everybody Together People Continue Tonight Everything Everywhere. Перевод? Перевод простой. Программа называется «Перетятьки». Перетятьки. Там сюжет простой. Просто две команды перетягивают канат. Та, которая перетянула, естественно, выиграла. Вот и все, понимаешь? Не оригинально. Ой, еще как оригинально. Команды стоят на крышах двух параллельных небоскребов. Та, кто перетягивает, выигрывает. Кто не дотянул, выбывает из проекта. Навсегда. Жертвы нам не нужны. К чему это нам? Нет, ну, в принципе, можно, если... Можно обложить матами. За то, что вы сейчас предложили, я могу обложить вас прямо сейчас, на месте. Не надо, я понял. Понял, что вам не понравилось. А скажите, что надо? Ну, надо что-нибудь такое... Что-то в этом роде. У меня есть такой проект, называется «Мухожужье». Так, в чем суть? Вот, эстрадные звезды, мегазвезды сидят в студии, в красивых, блестящих костюмах навозных мух. А что мухожужи, они же не жужжат. Еще как зажужжат. Параллельно вокруг них плотным кольцом сидят раздраженные зрители, которых они вывели уже своим творчеством на исходную позицию. И в руках у них полутораметровые мухобойки. Скучно это все? Скучно не будет. Мухобойки чугунные. Опять жертва, к чему это? Ладно. Наша программа называется, из цикла «Поддержим нашего производителя», называется «Расчусюкивание восюсюсья, засюсюкивая засюсья насюсь». Ну, а покороче как это будет у вас? Второе название «Груднички». Ну, это узконаправленная история, это тоже, мне кажется. Что вы? Это для самого широкого спектра зрителей. Я вас уверяю, мужчины будут просто прилипшие у экрана. Кто участвует? Я говорю, груднички, женщины с размером груди не меньше 5-го размера. Это никуда не годится. Тогда я достаю козырную карту. Сейчас смотри, это я сразу. Она, я ее чувствую, знаешь, вот такая. Опа. Не то. Вот. Страница 49. Я до 49-й быстро доходил сюда, знаешь, я держал ее как козырную. Называется «Киряшки-заваляшки». Там простой сюжет. Заваляшки завалились с киряшками, и заваленные лежат на киряшке. Давайте я предложу вам сейчас другую передачу. Называется она «Посылашки». То есть я сейчас посылаю вас отсюда, вы уходите, больше никогда в жизни больше сюда не попадаете. Вообще. «Посылашки» называется. Ну, между прочим, я уже с утра играю в эту передачу. Меня, между прочим, к вас послали, и я здесь не просто так, я посланец. Вот с этим материалом не просто так, я не сам от себя пришел, понимаете? Какой придурок послал сюда ко мне, к профессионалу, с этой галиматьей? Я выслушал вас полчаса, мне это неинтересно. Кто вас послал? Какой идиот, какой дебил полный сюда вас сюда отправил? Между прочим, господин Тухлых Себастьян Петрович, ваш генеральный спонсор.
дорогой вы мой. Ну что ж вы сразу не сказали, что Себастьян Петрович вас прислал с этим величайшим произведением прямо ко мне? Я зизнял. Он же кабы кого сюда не послет. Я вижу блеск в глазах. Я посизнивал. Прекрасные номера. Конечно, они будут в эфире. Все будет. Он кабы кого не пошлет, а мы все сделаем, потому что он знает, что надо делать. Да. Замечательно. Все будет в эфире. Это что такое? Звоночек. Я быстро. Ангелина Петровна? Да, только побыстрее мне человек. Когда? Надолго? Навсегда? Тухлого посадили. Как посадили? А так посадили, по делам. Вор должен сидеть в тюрьме. Сколько наворовал, никогда не делился, между прочим. Негодяй, подонок и сволочь. Вот сел ты ему, и правильно, вор должен сидеть в тюрьме. Вот теперь он там. А мы с вами теряем время, закройте дверь с другой стороны. Всего доброго. Да как он с утра еще был в шоколаде. Он в шоколаде и сел, между прочим. Я вот. Пока сам не убедюсь. Себастьян Петрович, очень приятно. Это вы Кремлян Кряк, да. Простите, пожалуйста, а вы где сидите? У себя в кабинете? Там же идеи утром. Очень приятно. Очень приятно. А сказали, вас посадили. А, не вас? А, это вашего однофамильца. А, это спонсор 11-метрового канала. А я еще сам думаю, кто вас таким баблищем, кто вас таким интеллектом тронет, понимаете? Очень приятно. Себастьян Петрович, вы знаете, а результата сегодня нет. Да, меня послали просто, отбрили нагло, материли. Да, здесь. Вот кому меня направили, он сидит здесь. Он а вас как оскорблял вас так. Мебель покраснела. Что вы? Да, матерение шло такое. Дать ему трубку. Себастьян Петрович, добрый день. Рассказали же, вас посадили. Я говорю, такого человека, кристально чистого, да никогда в жизни... Оскорблял вас как мог. Я не поверил никогда в жизни, чтобы вас могли посадить. Сказал, такого... взяточный. Давайте разбираться. И сказал, что ваша жена гулящая, еще сын не от вас, а от соседа сын ваш. Увольняете? На мое место Кряка? Он вообще не профессионал, он принес мне произведение. Вы их одобрили, они неплохие, но то, что он принес... Давайте разбираться, подождите, я не хочу, чтобы сразу... Давайте с кондачка не будем решать этот вопрос. Вы должны понимать, я все исполнял, как вы мне говорили до этого. Трубку ему. Освобождаем помещение. Освобождаем помещение. Вас. Себастьян Петрович, да, это я, Максимилиан. Да, очень приятно. Я все понял. Спасибо вам за доверие. Максимилиан Петрович, очень приятно. Я не подведу. Нет. Я вечером приду к вам в гости, да, все доложу. Шоколадку Танечке, вашей внучке, да, любимой. С пингвинчиком. Да. Вы мне только дайте добро. Дали, да? Все, спасибо. Я вас не отвлекаю. До свидания. Вы еще здесь? Что, как зовут мою секретаршу? Ангелина Петровна. Ангелина Петровна, это... Ангелина Петровна, это... Это новый шеф. У меня зовут Максимилиан Себастьянович Кряк. Значит, будьте добры мне, ведро коньяка и рюмочку со льдом. Прошу, не перепутать. Уберите лишнее тело из моего кабинета, пожалуйста. Мешает работать. Вы еще здесь? У меня есть хорошая передача «Паркинсоны трясуны». О чем? Битва электриков. Два электрика с завязанными глазами чинят электронный щит. Кто проиграл, тот, соответственно, уже Милый вы мой! Направление вот к лифту прямо, налево и отсюда вот прямиком. Я не могу, я просто так вас не могу отпустить. На улице холодно, ваша шапочка здесь. Она здесь вообще никому не нужна. Прямо и направо, и налево. Так. Ангелина Васильевна, значит, меняем сетку, записывайте. Убираем все, что было до этого, запускаем. Раззюзюгивание, выззюзюсь, я начусь. Перетятки, ему хожу в ее. Все. Начинаем новую жизнь.